29-летняя певица похвасталась результатами посещения тату-салона. Ханна нанесла на тело имя наследницы. К мастеру артистка отправилась вместе с 36-летним мужем, генеральным директором Black Star, известным под псевдонимом Пашу. «Все, что мы делаем вместе», — рассказала исполнительница хитов Омар Хайям, и музыка звучит. Прямо под сердцем у Ханны появилась надпись «Адриана». Так зовут единственную дочь звезды, которую она родила в сентябре 2018 года в Майами. Малышка стала первенцем для обоих родителей. Павел, так зовут супруга певицы, тоже сделал еще одну татуировку. На левой руке продюсера теперь красуется надпись «Black Star». Ханна поделилась событием с поклонниками. Инстадива разместила снимок, сделанный сразу после посещения салона. Фанаты артистки оценили задумку. «Смотрится очень нежно, вместе вы сила, на ребрах, наверное, было больно бить. Ты сильная, просто отпад», — прокомментировали фолловеры. Ранее певица показала трогательное фото с годовалой дочерью. Адриана удивительно похожа на звездного папу. Исполнительница рассказала о сложностях в отношениях с Пашу. Молодым супругам редко удается побыть наедине. Спутница жизни продюсера приняла участие в пикантной фотосессии. Ханна примерила провокационные аутфиты.